Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы решили выбраться в кальянную, покурить немножечко кальян. Посмотрим сейчас, как его сделают, заценим, вам потом расскажем. Конечно, здесь, наверное, делают круче, чем в домашних условиях. Самое важное, это, конечно, обстановка совсем другая, не как дома. И выбрали вот Соньку PlayStation, немножко поиграем на час, 300 рублей стоит. Цена, в принципе, на кальяна тут у нас различная. На классическом табаке 1300, ВТО, премиум табак 1600, на фруктах 1700 и 1900. Ну, в принципе, для Москвы самый оптимальный вариант. Пиво разливное 300 рублей, 0,5 и 0,33 300 рублей тоже так же. Мама у нас рубится. Молодец, мама. А, он берет. Да? Ты какого уровня сложности поставил, легкий? Средний. А, не ставить. Кстати, пиво хорошее, со вкусом вишенки, такое вишневое пиво. Чувствуется такое, конечно, такая вкусность. Как будто вообще медлительный, капец. И за ручку-то его подставил, видишь? Да, да, да. Ну, готово, да? Ну, блин, супер. Девушка, еще можете раз это сказать? Это получается, здесь что у нас? Дыня? Дыня, сейчас, так, черника, милкшейк, милкшейк и немножко мяты, да? И немножко ванили я добавила. И ванили чуть добавили. И все это будет у нас сделано на грейпфруте, да? Да. Там как раз табак ВТО, который вот тебе попробовал. А, вот так вот. А это что? Это ваш логотип? Да. Да? Прикольно. Ну-ка. Ну, чувствуется. Чувствуется. Вот это вот цветоту что придает? Это просто краситель. Краситель просто, да? Ну, как для красоты получается, да? Да, да, да. Чтобы колба не была желтенькая. Кстати, да. Да, да. Ну все, спасибо. Приятного. Спасибо. Кальян на грейпфрукте. Премиум класса табак. Сейчас прям покушусь. Мне кажется, надо было ваниль не добавлять. Ваниль портит немножечко вкус, да? Вот грейпфрукты я не чувствую почему-то. Так вроде бы нормально сделали. Сейчас это угольки новые поменяли, закинули. Наверное, какого-то тут микса перебор. Курица нормально, хорошо. Сделали, еще раз повторюсь, на грейпфрукте и замиксованные табаки. В принципе, хорошо, сейчас табак хорошо раскурился. Вот тут еще что прикольно, у нас есть кнопочка вызова персонала, отмены персонала, замена кальяна или что-то с кальяном случилось. И выставление счета, не надо идти будет туда, к барной стойке, кричать, нажимаешь на кнопочку, и они приходят сразу официанты. Ну, в принципе, нормально, курица хорошо, раскурили кальян, играем. Также Соньку PlayStation, все довольны, все радостные, так что путем. Ну не так, сейчас преувеличишь. Вау, сколько дыма. Сейчас, друзья, заказали мы на апельсине попробовать дыньку и немножечко арбузика. Народ потихоньку подтягивается, народ отдыхает, валит. Да, Сня? Ну да. Так что так немножечко решили так провести дегустацию, так сказать, домашнего кальяна и заводского, да? Угу.
кофейного кальяна.